Испытавшая все тяжести земной жизни, заступница рода христианского видит каждую слезу, слышит каждое стенание и мольбу, обращенную к ней. Особенно ей близки те, которые трудятся в борьбе со страстями и ревнуют о богоугодной жизни. Но и в житейских попечениях она незаменимая помощница, говорил Иоанн Шанхайский. Прихожане Владимирского храма, что в селе Быково, прославляли Богородицу. Получается, как мы знаем, православные христиане с Божьей помощью. С Божьей помощью, конечно, все, кто пришел в храм сегодня, у всех, конечно, тоже работа, заботы, дети. Но как мы в течение жизни пытаемся найти время, чтобы отдохнуть, да, чтобы провести свой досуг. Вот здесь собрались такие люди, которые свой досуг, и вот это время, которое можно выделить там, из всего года, они вот выделили, отпросились, договорились. И пришли сегодня вот собраться все вместе и вознести молитвы к Богу Пресвятой Богородице. Старец Епифаний советует родителям больше молиться Господу о детях, чем говорить детям о Боге. Ведь юная душа не готова к восприятию серьезных советов. Вместо постоянных вразумлений чадом лучше обращаться ко Христу, Богородице и святым о вразумлении своих детей. Ну, мы стараемся родителям говорить, их приучать, и еще раз говорить о том, что если мы не будем примером для наших детей, то и дети от кого будут брать пример? Понятно, что в храм пришли и ушли, а дома с кем они находятся? С родителями, с бабушками, с дедушками, с тетями, с дядями, с крестными. Так что, конечно, вот родители, бабушки, дедушки, все, кто окружает детей, должны в первую очередь быть примером. Примером молитвы, слова, отношений, взгляда, вообще всего. И
милостью Божией, наверное, у родителей получается. Получается быть примером молитвы, примером не только приводить в храм дети, а показывать, что они тоже приступают перед Господом, исповедуют свои грехи, очищают свою душу, соединяются со Христом через таинство причастия и так далее, через добрые дела. Дети это видят и стараются за ними подражать, повторять за ними. И милостью Божией, опять же, в нашем храме есть средственная школа, и детки приходят в средственную школу, им нравится там. У нас не только там основа православия преподается, у нас и для девочек там рукоделие всякое преподается, для мальчиков авиамоделирование преподается. То есть помимо основ православия, еще их мы как бы так увлекаем таким каким-то рукоделием, творчеством и так далее. В храме Владимирской иконы Божьей Матери царит атмосфера любви и доброжелательности, и во многом это зависит от священнослужителей, которые готовы уделить внимание нуждающимся, побеседовать, помолиться вместе, дать совет. Священник должен в первую очередь быть примером. Как на кресте написано, да, у каждого священника на кресте написано, вот, «Образом буди верным, словом, делом, любовью, духом, верою и чистотою». Так что священник должен быть примером. Когда священник стремится к миру своих сил, так сказать, люди это чувствуют и как-то тоже подражают. Как дети подражают родителям, так прихожане подражают священникам. Так посчастливилось, что у меня и прадедушка священник, и прадедушка священник, и дедушка священник, и дядя священник. У меня по маминой линии священнослужитель, а по папиной линии военный. И когда я был подростком, я думал либо военным быть, по военной службе пойти, либо вот священником стать на путь служения. И так получилось, что в армию меня не взяли. В армии не взяли, когда я еще школьником был. Ну, уже сказали, что я не годен. Но я понимал уже со школьной скамьи, что, значит, милостью Божией, так промыслом Божьим, значит, вот, такой путь готован. И к этому шел, а Господь как-то вот все управил. Thank you.
находимся с вами в замечательном храме. Он считается памятником федерального значения. У вас хватает сил для того, чтобы и души людские сохранять, наставлять. Но в то же время большая работа ведется по реставрации этой церкви. Где вы силы берете и какая вам помощь нужна? С Божьей помощью, опять же, Господь нас укрепляет и физически, и духовно. И где-то порой сами думаем, как вот сделать, как быть, как вот дальше. Встали, помолились, вознесли молитву Господу. И милости Божьей как-то разрешаются. Где-то человек находится добрый, хороший, где-то специалист находится и так далее. Вот с Божьей помощью, за пожертвования, с помощью добрых людей как-то продвигаемся. А помощь нужна, да любая помощь нужна. Там даже банка краски тоже хорошо. Там где-то покрасить забор или еще что-то. А у каждого по возможности. Кто чем может, конечно, понятно, что материально там на документы, на все оформления, даже какие-то такие вот мелкие расходы там рабочему, тоже это все затратно. Когда оно все вместе, совокупно, то это большие, конечно, деньги получаются. А так, конечно, у кого есть возможность, пусть приходит, предлагает, и мы с радостью будем принимать любую помощь. Господи, помилуй, Господи, помилуй.